В Ярославле стартовало первенство Центрального федерального округа по тяжелой атлетике. Соревнования подобного уровня наш регион не видел с конца 80-х годов прошлого века. В Ярославль приехали 120 атлетов из 12 регионов, 40 из них девушки. Они открывали соревнования. Лучше всех выступила представительница Воронежа и Москвы Светлана Ершова. 76-й регион представляют 11 тяжелоатлетов, 15 мужчин и 2 девушки. Соревнования продлятся до 10 июня. У меня готовность сейчас неплохая. Сюда мы приехали никого не удивлять. Особо не приехали поднимать большие веса. Мы приехали просто размяться. В тренировочном процессе у нас запланировано ни проходок, ничего. Это просто, ну, как тренировка. Тяжелая атлетика Ярославской области всегда славилась либо маленькими весовыми категориями, либо супертяжами. И на сегодняшний момент супертяжи, я думаю, спокойно пройдут отбор к чемпионату России, который пройдет в Ростове-на-Дону в сентябре месяце, и достойно представят ярославскую тяжелую атлетику уже там, на российском помосте.